Смотрите, у нас есть два апельсина. Да. Сейчас вы берете апельсин, зажимаете его вот так и передаете друг другу вот так. Какая колонна первая это сделает, та победила. Не касаясь апельсина руками, только апельсин руками трогать нельзя, если он падает на пол. Начинаете заново. Заново начинаете. Держи. Ну, я говорю, на ночь апельсин. Все. Держи. Держи. Я не знаю. Стой. Понимаю. Держишь. Смотри, я просто не вижу. Давай. Нередко. Держишь. Нет, а я соскатился, давай. Падай. Мою седая ночь, ты все мои тайны. Молодцы. Пойте громче. Ой, я подбивать. Музыка нас связала, тайную нашей стала. Держу я в ответ. Нас не разлучат, нет. Молодцы! Запах женщина, я не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально не танцуй. Молодцы. А можно не на русском? My life, it's now or never. It's now or never. Да? Нет? Все, идемте дальше. Сейчас я вам предлагаю всем разуться и встать на покрывало. Хорошо. Команда «Суббота». Ваш девиз. Никто, кроме нас. Правильный вариант. Он просто должен упасть через все ваши руки. Здесь нет гнезда у него. Как ровно это сделать? Гнездо не ровно. Подъем!
чтобы поприветствовать главных действующих лиц сегодняшнего мероприятия – первокурсников! Так. Может, как ты говоришь?
тебе будет со мной Фемида? Может, хоть ты говоришь? Юля. Ох, юридический язык я знаю, а вот что касается индейцев... Да что ж ты заладила со своими языками? Языки, языки, у тебя что, мозги отшибла? Это ж индейцы, они нас убить хотят. А ты что предлагаешь? Я предлагаю найти с ними общий язык. Мне, значит, про языки говорить нельзя, а тебе можно? О, решено. Ты Эрик, ты Мария, а ты Ремарк. Ремарк, ну и что, Гений, ты предлагаешь делать тебе? Теперь копья-то они не отпустили, они все еще хотят нас убить. Я хоть что-то предприняла. О, кажется, там их начальник идет. Начальник, а еще юрист. Вождь это. Слово начальник, ну, начальник. Давай поиграем в игру. Называется она так. Ты молчишь, а я говорю. Поняла правила? О, достопочтеннейший государь, великой деятели, слово молвить. Чё встала, как статуя? Падай давай! Пожалуйста, дай переночевать в печку, не бросай воды напиться. Тебе чего на сказки-то потянула? Это индейцы, а не баба Яга. Разокрись. Ты его воду или? Англий. Сайфер, ну все, мы пропали. Ну еще не все потеряно. А чтобы досмотреть сценку до конца, оформите подписку. Зашел в отделившееся дело. Кто-то пробрался в тайную комнату и курил там. Я предлагаю того, кто это сделал, Поттер, сознаться. Не, ну а что сразу Гарик-то? Дырку сделал женскую зевалку Гарик. Метлу угнал Гарик. Кубок огня разбил тоже Гарик. Так, погоди, какую дырку? Какую дырку? Это ту, которая за шкафом. Или возле двери. Или та, которая за картиной. Так, всего лишь за дело. Да, да. Гарри, где ты взялся с Гарри? Не, ну а чё опять сразу Гарри? Лучше у своего Хагрида спросить, что в огороде растет. По каких-то жалких кустика. Исключительно в магических целях. Клянусь. Так, сегодня же говорю. Да. Так, я лично это все проконтролирую. Конечно. Вы все можете быть свободны. Я за желтые очки, Васи. Oh,
18. Как дела? Отлично. Какой ты любимый цвет? Голубой. А красный не нравится? А зеленый? А фиолет? А черный? Нет. А кошка моя нравится? Нет? Не нравится? Нет. Скажи, что нравится. Нет, голубой цвет. Что я обижаюсь? Быстрее скажи, что не нравится. Я сказал голубой цвет. Я буду плакать. Да ебать. Вставай. Садись. Садись! 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 Вы садитесь! Отстрел! Бомба! Война! Что? 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 Гроза! Блядь! Вот так! Ты дерево! Говори, дерево! Дум! Давай быстрее, дерево! Ты дум! Кричи, я дум! Я дум! Мне 200 лет! Мне 200 лет! Меня зовут! Че, не помнишь, что ли? Союз не нарушил. Давай. Удиви нас. Удиви нас. Как? Хоть как? Хочешь. Могу стишочек рассказать? Давай. Марина Цветаева, я ой, тебя... Ой, я ее люблю. Я тебя отвоюю. Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила лес. От того, что я на земле стою лишь одной ногой. От того, что я тебе спою, как никто другой. Хорошо, зачем ты сюда пришла? Для того, чтобы мы поставили. Зачем? Для того, чтобы полностью заполнить этот лист. Почему для того, чтобы, для того, чтобы? Словарный запас закончился? Нет. Видимо, да. Ну так ставься, и я пойду. Какого цвета дверь? Белая. Выйди в белую дверь. Зачем пришел? Необходимо. Что необходимо? Конкретная задача. Ходить. Ходить? Да. Ходить. Всю жизнь уходит. Да. Я понимаю, это ничего. Дорога, свет, да? Дорога, да, сложная. Сложный. Идем путем. Дорога там через стерник. Можешь сесть? Давай. Что делали ночью? Я спала. Правда? Да. А я ночью слышал, давай-то нюхай, жги. Возможно, здесь нет.